I'm happy when I sleep, oh dear. I have to wake up what it be dear. Goodbye, crab can I'll come to you. And money palm trees. Yeah, crocodile hunting shall never see. I lost a promise, wreck my brain. I'll perish in this dark city. For me it's clear as day. I have to wake up what it be. Yeah, yeah, yeah. Crocodile hunting and mighty palm trees. Yeah, crocodile hunting shall never see. Так долго камера плавает. Это группа Scary Boom, кстати говоря, поклонникам хорошей музыки, наверное, как подарок, да. Это целый набор компакт-дисков. Я сейчас, пока вы играли, кстати говоря, изучал содержимое вкладыша. И вот тут написано: Кирилл, вокал, гитара, перкуссия или перкуссия. Что такое перкуссия? Что это такое? Ну, перкуссия — это все, что, скажем так, относится к ударным инструментам, но не представляет из себя вот эту вот замечательную барабанную установку. В данном случае я могу сказать, что я играл на стиральной доске, которую нашел за ванной. Если употребить музыкальный термин, это называется washboard. Ага. Просто такое смешное название. Я в свое время даже думал, что существует специальная группа людей, которые им вот приносят какую-нибудь штуку, и они должны придумать смешное название для нее. И вот я думаю, что если бы такие люди были, они поработали бы, перкуссия как раз они бы и придумали. А вот по поводу... Вы видите меня, дорогие друзья? Кстати говоря, не путайте меня с солистом группы. Хотя... Да-да, и меня тоже, пожалуйста. А его не путайте со мной. Нас, мы случайно просто похожи всего лишь тем, что оба держим в руках гитару, ничем больше. Я напоминаю, Scary Boom у нас в гостях, компакт-диск у вас на экранах. Как бы компакт... Раз, два, три! И в каждом компакте есть зубочистка, потому что компакт называется «Пища богов», и зубочистка с компактом достанется тому, кто... Кто выиграет компакт? Вот, собственно, и все. Условия конкурса. Куда больше? И так все понятно. Номер нашего пейджера 328-7977, абонент «Контакт». Письма, сообщения есть. Вот. Почему в буклете нет комиксов? Было сообщение. Я не вижу так. Хорошо, ладно. Собственно говоря, давайте поговорим о группе, потому что первый раз на канале NBN такое событие, все волновались, контакты отсоединились, и оператор выпал в окно, потребовалось минут 10, пока он поднимется по лесенке и сможет взять в руки камеру. Поэтому был такой небольшой сумбур в начале, но тем не менее, как бы это событие произошло, и у нас в группе... У нас в гостях группа. Давайте вот... О своем творческом пути, как вы начинали, понятно, да, Сайкобили, начало, сейчас Скэрибили. Как вы пришли к такой музыке? И, в принципе, еще как бы как продолжение вопроса, да, в нашей стране это, ну, как бы такой популярностью большой не пользуется. И более того, ладно, это в Америке, там прерия, как бы и вся культура вот этого такая существует. Там Южные Штаты, флаг конфедерации, ну, суд Линча ни при чем, это ладно. Но... У нас-то в России куда? У нас в поле вышел, там казаки об корни обломал все каблуки. И по большому счету, почему такая музыка вдруг в нашей стране? О! Это я, да. Я даже сам забыл, тяжелый с чего вопрос, начал. Это вопрос от телезрителей. Как у тебя-то начиналось, нет? А мне, между прочим, первая моя пластинка была именно Сайкобили музыки, но это были... Сайкотек номер один, нет? В каком смысле?
Я плохо. Извини, я не хотел тебя обидеть. Не, давай начнем. Вот как вы к этому пришли? Почему в нашей стране и как бы и такая музыка? Тяжелый вопрос. Я могу сказать, как к Скерри Билли пришел Руслан. Он увидел объявление о том, что группе Скерри Бум требуется барабанщик срочным образом, с заграничным паспортом, с музыкальным образованием и прочими прекрасными вещами. Вот. А с Сашей мы знакомы давно. Вот. Саш, может, ты скажешь, как ты к Скерри Билли пришел? Нет, не будешь, ладно. Ладно, я скажу, как я пришел к такому необычному и редкому стилю. Мой приятель дворовый как-то осенью открылась дверь, там появился он с кассетой в руке и сказал: «На-ка, послушай, сумасшедшие рок-н-роллы». Вот, ну, я послушал, и все, ну, решил поиграть. Потом уже узнал, что это Скерри Билли, потом уже узнал название групп, которые стали впоследствии моими любимыми. Ну, вот. А, кстати говоря, вот по этому поводу я могу сказать, но сейчас-то, наверное, все-таки музыкальная индустрия так чуть-чуть развивается, а вот, ну, скажем, лет 10 назад что-нибудь купить вот из этого направления, ну, как бы нашего, понятно, вообще просто и не было, да, ну, как бы такого качества. Да. Были такие первые начинания, ну, которые, соответственно, ну, как бы и звучали так, как первые начинания. А западного было не купить. Каким образом вы выходили из этого? И соответственно, вопрос, кто ваши такие идеологические, скажем, ну, вот как бы есть такие личности? Мне, например, очень нравилась и нравится до сих пор группа Stray Cats. Вот, я считаю, что вообще суперски. А кто на вас как бы производил впечатление? Ну, я могу сказать, что... А, сначала давай я о записях расскажу. Потому что записей-то действительно никаких не было. Там какие-то кассеты, вот, какие-то кассетки с ужаснейшими совершенно... Я не знаю, что это такое, ребята, не смотрите на меня. У кого ментиаризм? Вот. Ладно. А потом получилось так, что я съездил в Италию, это был обмен. Итальянские школьники приезжали к нам, мы приезжали к ним. Вот, и я практически все свои денежки потратил на вот эту вот замечательную куртку, которой сейчас уже 10 лет, и которая затыкает нынче вот эту вот бочку. А все остальные я потратил на пластинки. И мне сказали: парень, да ты что, сумасшедший? Ты мог купить магнитофон, ты мог купить много жвачек. Сейчас бы, знаешь, что бы тебе сказали? Парень, ты что, диджей? Парень, ты что, диджей? Да. Не-не, я Скерри Билли. Вот. Да, но тем не менее я не Скерри Билли. Я Как бы сейчас да, Скерри. Сейчас первый Скерри Билли. Да. Вот, ну а что там еще ты спрашивал? Давай для поддержания разговора. Так, что у нас еще? Что еще есть? Что бы такое еще показать? 3287979. Да. Сейчас нычечка за нычечка, тайничочек, фотографии. Сбылась мечта диджея города Санкт-Петербурга. Наконец-то вышла первая пластинка Скерри Билли. Теперь все клубы взорвутся. Хаус, go home. Скерри Билли на танцполы. Вот как бы небольшая такая прокламация. Это, ну, как бы... Отксерили просто. Больше стало, видите? Ну, да. Ну, как бы демонстрировать. Подрисовали лучше. Пластинку. А, вот. Блин. Извините. Нет. Да. А, все правильно. Обманул я вас, как обычно, дорогие друзья. Так, давайте сделаем так. Пластинку... Я не понял. Я пластинку покажу, она виниловая. Как бы, как говорится, смотрим нас, потому что позволяют деньги, а деньги от спонсоров. Спасибо спонсорам. Реклама на канале NBN. Вы что, смотрите канал NBN? Отлично. У нас в прямом эфире программа «Контакт». И сегодня у нас Unplugged, в гостях группа Скерри Бум. Вот сейчас, наверное, вы начали их уже видеть. Я хочу напомнить, что номер нашего пейджера 3287977, абонент «Контакт». Вы можете выиграть замечательные пластинки, такие пластмассовые пластинки, виниловые пластинки. Не-не, виниловые ни в коем случае. Не можете. Бумажные фотографии с мужчиной на Авроре с биноклем. Он, причем, имеет какое-то отношение к группе, об этом чуть позже. Вот, более того... Алекс, у моего друга день рождения, мне нечего ему подарить. Пожалуйста, дай мне диск. Мой друг будет очень рад. 310 Маша. Раз, ушел диск. Один. Шутка. Ну, не, почему? Почему не подарить? Подарим, да, конечно. Давай подарим. Кому это? Кому нечего подарить?
Мой друг будет очень рад. Маша. Хорошо, для друга, Маша, позвоним тебе. Так. Так. Что-то пишут по поводу звука, что создается звук хороший, создается впечатление, что играет под фонарь. На самом деле звук замечательный. Я думаю, что надо сказать слова благодарности, да, людям вот из магазина «Живой звук», который сделал такой реальный подгон. И, собственно говоря, благодаря которому мы можем наслаждаться этой музыкой. «Живой звук», Невский проспект, 130. Телефон там даже. Вот тут перед нами сидит Антон, который сегодня вместе со мной это все погрузил, привез, поставил, помог нам. Огромное спасибо. Надо сказать, что и этот вот комбик, и эту гитару я купил все в том же магазине, так что... И этот пейджер, собственно говоря, тоже. Тоже оттуда. Тоже оттуда. Все. Встретился все... там вот с этими людьми. Струны. Замечательное место. Так, вот, кстати говоря, пошли вопросы. Во-первых, сразу я хотел предупредить, но не успел. Кирилл, я ваш старый поклонник, ты мне давно обещал диск, подпись Гарик. Подожди, ничего не говори, потому что таких много. Потому что дисков всего три. Я подразумевал, что ты сейчас ответишь. Ладно, народ, чем вы любите заниматься в свободное время? Инга спрашивает. Потом, это вопрос. Так, сейчас я сразу все в кучу. Что? Присутствует там телефон девушки? Телефон? Нет, это не предложение, это вопрос. Исполните, пожалуйста, песню «Анабиоз». У вас сегодня концерт по заявкам, тогда я заказываю вас. То есть вас заказали. Отлично, ребят. А что отлично? Ну ничего, сыграем, как в последний раз. Да. А вот, кстати говоря, народ, подали ли вы в этом году налоговую декларацию? Хочу куртку из бочки, Владимир. Привет, Алексей, я первый раз слышу музыку этой группы. И что? И она очень классная. Подари мне, пожалуйста, их диск, Петя. Без телефона. Петя, до свидан. Телефон надо оставлять. Кем бы вы стали, если бы не стали музыкантами? Инга опять спрашивает. 343. Вот это, по-моему, та же самая, очень настойчивая. Если бы вы не стали музыкантами, то... То есть, как бы, если сформулировать вот этот вопрос от Инги, два вопроса. Кем бы вы не стали, если бы... кем бы вы стали, если бы не стали музыкантами в свободное время, скажем так? Саш, есть у тебя варианты, нет? Я бы зубным врачом, наверное, стал. Понятно. А я бы стал ученым, думаю. Физиком, ядерщиком. Меня почему-то привлекает эта культура 60-х годов. Очки, белые халаты, склокоченные. Только ради этого? Пожалуй, да. Не, ну, понятия не имею. А о физике я ядерный или о чем? И о том, или и кем бы о ты том, стал? Чем бы, да, кем бы я стал, если бы я не стал музыкантом. Но я могу сказать, что в детстве я думал, что я стану актером, или еще там. Вот такие у меня, в общем-то, в основном творческие были. Секундочку перебью, потому что потом сотрутся. Ерунда, вспомнил. Нет, подожди. У моей очень смешная ошибка операторов пейджинговой компании. У моей девушки скоро день рождения, мне нечего ей пожарить. Ну, как бы, мы-то тут при чем? Может быть, да. Диск, кстати, называется «Пища богов». И, собственно, именно поэтому здесь приложена даже зубочистка, которой можно вычищать зубы из ушей. То, что не понравилось. Зубы из ушей. Потому что выкурить... Не, почему то, что не понравилось? Между прочим, очень сделано правильно, потому что если бы там были такие штучки в ушах ковыряться, тогда, ну, как бы какая-то антиреклама. А тут именно зубочистка. То есть купил диск, на халяву зубочистка. Где такое видно? Зубочистка стоит, между прочим, денег немалых. И не каждый раз удается купить, как бы, ну, в принципе, можно сказать, недорогую вещь, как компакт-диск, и получить еще такую штукенцию, как зубочистка. Она причем в дорогой бумажной упаковке. И что-то на ней написано. По-немецки. И пейджер у меня в районе... лежит, как бы, ну, в районе. Я вспомнил относительно... Да, этой... давай, извини. Профессии. Я вспомнил, что в детстве я очень любил смотреть, как работают водопроводчики. Вот. И, значит, мне нравилось, как они там, у них всякие прокладочки какие-то, веревочки намотают, прикрутят. Извиняюсь. И, значит, пошла горячая вода, все замечательно. Вот. И как-то, когда зашел любимый мой такой водопроводчик, вот, кумир, и начал у нас ковыряться на кухне, я стоял у него, смотрел долго, и потом повернулся к маме и говорю: «Мама, когда я вырасту, я стану водопроводчиком».
водопроводчик повернулся, у него такая красная рожа была, понятно из-за чего. Он сказал, не дай бог, мальчик. Поэтому ты как бы так взял гитару и что-то начал. Да. Хорошо, так, значит так. Алекс, хочу передать привет группе, которая у тебя находится. Мне очень нравится футболка солиста. Я очень хочу получить диск, потому что музыка этой группы просто супер. Льстят просто, хотят просто диск. Да. Так что не обращайте внимания. Окей. Все, все. Между прочим, дорогие друзья, все мы... видите? Bloodhound Gang. 14 июня во Дворце спорта юбилейный. По поводу футболочки. Обратите внимание на его кокарду. Ничего не видно. Вражеская компания. Вот, футболку получит тот, кто... Опять никаких мыслей в голове, опять сообщение. В общем, суть-то в том, что есть футболка, и есть Bloodhound Gang группа, и есть Дворец спорта юбилейный, есть 14 число, 14 июня, и есть цифра 20 часов, и там все это будет вместе. А футболку получит... Про Bloodhound Gang какой-нибудь вопрос. Задайте. Кому нравится Bloodhound Gang? Вот так. Кто первым ответит на этот вопрос, тот получит футболку. Ответов не будет. Нет, почему? Ой, ну, потянуло микрофон. Давайте, давайте по большому времени, давай по большому счету, да, давайте сыграем, потому что очень много говорят о том, что нравится группа, и тут в большей степени, я думаю, даже не как бы разговоры и ответы на вопросы, а в большей степени музыка даст ответы. Раз, раз, два, два. Микрофон хотелось бы, чтобы был в этих аккаунтах. Так, ну мы сыграем песню под названием Clear Sky, чистое небо. Вот оно за окном. Mm-hmm. Замечательно. Как всегда, речь о сером городе. Это такая больная тема для живущих, я думаю, в Санкт-Петербурге. Ну ладно, clear sky, it's really good, it's all clear sky.
You're on a long, clear sky, and you will see rainbows, clear sky, in your home, yeah. Ну, вот такая песня. Да. О чистом небе. Но ее нету на альбоме, она будет на следующем. Вот что называется живой звук на Невский 130. Ух. Здравствуйте, дорогие друзья. До свидания, все. В прямом эфире программы «Контакт» на канале NBN. У нас Scary Boom, группа в гостях. Это Unplugged. Живое звучание, между прочим, настоящее. Так, знаете что? Давайте я прочитаю сообщение, потому что вообще уже завалили. Так, это я уже читал. Всем привет! В моей коллекции винилов в составе 500 штук не хватает пластиночки. Как? Вот бывают же проблемы у людей, пластиночки не хватает. Как вы отбиваетесь от... Вот, хороший. Как вы отбиваетесь от поклонников после концерта Света и Мариша? У меня, соответственно, вопрос. Приблизительно сколько весит гитара электрическая? Приблизительно, я думаю, килограмм 6. Ну, вот так вот, дорогие друзья. Вот так вот. Отличный ответ. Так. Привет, Алекс. Это снова Петя, который тебе присылал уже сообщение. Странно даже. Мой телефон. Подари мне диск. Группа действительно супер. И проценты почему-то стоят. Супер проценты. Алекс, ты твоя... Это не моя группа. Не путайте меня с солистом. Я же уже сказал. Характерный цвет волос у него. А у меня вот... Все, теперь сам читай, сам иди. Все, вон там пейджер. Поехали. Ну что, что мы сыграем следующим? Итак, следующее. Спрашивайте меня. Ты же писал здесь, да? Спрашивайте меня. Как тотем же... сыграйте? Тотем? Да нет, тотем я... Это старая песня, мы ее написали в 1996 году. Причем, как бы, она тоже не вошла в альбом, по-моему, сейчас. Угу. Да, не вошла. Ну вот, не вошла в альбом песня, потому что мы взяли в группу другого солиста, а меня выгнали. Да, потому что я отбивался от поклонниц. И там было уголовное дело, в общем, никому решили замять. Так, где солист вашей группы так научился играть на гитаре? Я научился играть на гитаре... Да нигде я не научился, поэтому я и не солист, собственно говоря. Так, ладно, по поводу Bloodhound Gang, там был, привет, вот первый человек, привет твоим гостям, группа Bloodhound Gang, нравится мне, не просто нравится, я обожаю, хочу футболку с изображением 3.49 и подпись, а нет, это уже другое, или это, по-моему, это. Я футболку... А, Маша. И меня спрашивают, где ты так загорел? Это все. Опа. Кто сделал? Кто это? Кто здесь? Здесь группа Scary Boom. Нам нужна небольшая пауза. Я думаю, сделаем таким образом. Надо попить водички. И вообще, что-то подарков. А, мы еще о видеоклипе не говорили. Да. Еще футболки есть. Давайте сейчас сделаем просто так. Давайте посмотрим ваш видеоклип, который, кстати говоря, у нас есть на канале. Отлично. Вот. А после чего вернемся к нашему замечательному разговору и группе Scary Boom. Хм? А прямо сейчас видеоклип группы Scary Boom. Это песня «I Like Screaming». Она первая на этом. Да, на канале NBN. Yeah.
Телеканалу NBN. Сразу к сообщениям прихожу. У меня недавно, ну как бы, украли. Ну, тут по-другому. Сумку со всеми дисками любимыми. Помогите, чем можете. Киса. Телефон 306. Я думаю, что Киса, вы, если подъедете на канал NBN, у нас большое количество полиэтиленовых пакетов, собственно говоря, в которых вы можете вместо сумки что-то... Ай, сейчас зазвонит. Извините. Это пейджер отключился от режима вибрации. Очень нравится группа, подарите, пожалуйста, футболку. Так, кстати говоря, давайте очень просто как-то людям выигрывать. И тут возникла такая идея задать вопрос. Да. Звучит, ты его сам озвучишь, да, тогда? Ну, пожалуйста. Скажите нам, в каком году состоялся первый концерт группы Скорибум? И кто ответит первым на этот вопрос правильно, получит... Компакт номер 2. Или там мы еще ни один не подарили? Не, один подарили, а причем стерся, скинулся телефон и забылся. Да, вы тогда уж там перезвоните. Да, перезвоните. Вот, Соответственно, вопрос такой, да, вы поняли. Да, потому что в 92-м году первый концерт был. Очень вот. Много людей звонит, вариантов много. Всем хочется подарить, нам не жалко. Так, на самом деле, Алекс, ты знаешь, почему я сейчас грущу? Потому что у меня сегодня... Днеть рождения написано. Днеть рождения. А ко мне никто не пришел и даже не подарил никакого подарка. Надеюсь получить от тебя хотя бы диск или хотя бы футболочку. Я люблю Bloodhound Gang. Так, Blood уже. Александр, 435. Как в дурацком анекдоте. Зато, Александр, ты не болен раком. Дурацкая шутка, конечно. Да, что? Началось. Ну, так, скажем так, музыкой навеяло. Давайте уже не болтать. А, кстати говоря, вот вопросы по поводу, где ты все-таки научился играть на гитаре? Меня Саша научил на гитаре играть, а я его на контрабасе. Нет, ну, сам по себе. Ходил к преподавателю в свое время, но посетил занятия 3. Потом наскучило несколько. Однажды я к нему пришел. Наскучило, потому что занятия были по 6 часов, такие к ряду. И после 3 занятий 18 часов. Я пришел к преподавателю. Вот, я такой маленький был, ну, уже так любил рок-музыку, вот, и он мне сыграл очень красивую джазовую композицию, очень много было интересных аккордов, очень хороший был мелодический ход, песня была о любви, там, о дожде, об осени, вот это как водится, вот, и он сказал, ну, как тебе? Я говорю, ну, так. Он говорит, это моя песня. С тех пор наши отношения с ним несколько испортились. Вот, и я продолжил свое обучение сам по себе. Продолжаю до сих пор. Начал разучивать гармонии. В каком смысле? А вот так вот. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Гармонии. А, музыкальные это что-то? Да. А, я думал вообще по жизни. Хорошо, я думаю, что в 97-м году и вообще... Что? Это секундочку. И вообще, Алекс, мы с тобой фотографировались в день Гордона Дворцовый, меняя приз на футболку. А, на фотку. Ира, нормально. Не помню. Не было такого. А, давайте... давайте. Сейчас, давай. Угу. Что там, раскрутился шнурок? Да я просто не закрутил. Я думаю, что стоит представить трубача, внезапно появившегося. Итак, это наш трубач. Андрей Коган, которого я... Ну, ты выходи из тени. Которую я представил в самом начале передачи. Сейчас мы с ним сыграем композицию, такую очень нехарактерную для нас. Вот, она была придумана после того, как я прослушал пластиночку, как теперь можно сказать, с саундтреком к кинофильму «Человек-амфибия». Это музыка Андрея Петрова, очень солнечная, очень красивая. И я придумал подобную мелодию, скажем так. Вот, и мы ее сыграли с контрабасистом, посмеялись. Там сказали, ну какая глупость, какая приторная мелодия. Вот. Ну а теперь вот она на компакт-диске на нашем появилась, там номером 10, по-моему, или 9. Это символично. Вот, она
Ну что, давайте, чё? Да, ну и сыграем. Жилой звук Невский 130. Покинул причал, слышишь, как чайки рыдают, видишь, седая волна грудью ударила борт. Море полюбит его, но только пока он не знает, бездны его не отдаст, и он не вернется в свой порт. Сердце в глубине флиртует беспечно. Если полюбит оно, то навечно. Будет напрасно родить, в небо стучатся морзянки. Весь экипаж корабля убесно на свадьбу зовет. Море не свяжет судьбу с грязной рыбацкой лоханкой. Только лишь гордый корабль убесно в супруги возьмет. Сердце глубине флиртует беспечно. Если полюбит оно, то навечно. Сердце глубине флиртует беспечно. Если полюбит оно, то навечно. Это «Шумы моря», поскольку песню вы уже слышали о чем. Не имеет, кстати, никакого отношения к нашумевшему кинофильму про кораблекрушение. Кстати говоря, вот я слушал, и у меня, значит, такой видеоряд в голове возникает, что жил вот этот ихтиандр, человек-амфибия, и пошел купаться в море, запутался в сетях, его вытащили рыбаки, значит, головой, скамейку там на лодке глушанули.
Потом его засолили, он сушился на солнце и продали каким-то потом алкашам, которые его, значит, под пиво сушеного солененького вот так головой, опять же, размягчая кости. Ужасный. Ужасный видеоряд. Мы как раз снимем на этот видеоклип, я могу тебе рассказать о нашей. Вот я есть. Нет, это что у меня тут только нету? Ничего нету. Да, вот это... Фотки Ихтиандра. На этой фотографии вы видите нашего приятеля Илья по прозвищу Покойник. Ему нравится, что его так называют, в общем. Посмертно. Вот в данном случае он в роли капитана. Его посмертно называют так? Нет, его, слава богу, при слава жизни богу. Так называют. Вот он в роли капитана на «Авроре», часть нашего клипа. Вот. Ну, собственно говоря, благополучно сняли. И вот что я тогда сейчас скажу. Я скажу, что мы будем продолжать съемки клипа 15 июня. И мы приглашаем всех желающих поучаствовать в массовке. Это будет происходить 15 июня в 19:00 в Институте киноинженеров, улица Бухарестская, дом 22, в актовом зале. Так что хотите нас поддержать и хотите там поучаствовать, приходите обязательно. Вот так. Но, скажем еще пару сообщений. Кирилл, привет из клуба Клим Ворошилов. Подари, пожалуйста, диск. Вот такая вот подмаза, Алена. Так. Я знаю, привет, Алена. Так, я прошу Алекса, чтобы он подарил... Ну, что такое? Подарил мне на день рождения футболку этой группы. Я их фанатка. Алекс, развесели барабанщика, а то он сидит унылый. А вы спросите что-нибудь у барабанщика, ребята. Я веселый. Весело, надо говорить, веселее, бодрее. Народ, кто ваши любимые... Что не был бы? Если бы я не был музыкантом, не родился бы на свет. Вовсе. В каком смысле? Ну, я родился только, чтобы быть музыкантом, если может быть вариант. Это я возвращаюсь к прошлому вопросу. Кем бы кто бы стал, если бы... Это знаешь, как мне... Созрел ответ. Не. Он так вынашивал долго. А некоторые рождаются в рубашке, некоторые, видимо, с барабанными установками. Народ, кто ваши любимые писатели? Вот вопрос. И художники, и музыканты. Почему вам нравятся именно они? Они, Инга, видимо. Вы пока обдумаете этот вопрос. Мы с большим удовольствием посмотрим рекламу на канале. Ну, пока... Кто здесь? Так. В 1994-м, думаю тогда, Скунс. На самом деле нет, в 92-м. Давайте угадывайте дальше. Диск мне не нужен, ваша музыка. Так, а вот, кстати говоря, я же говорил, все неправда, что пишут. Бывают и вот такие. Диск мне не нужен, ваша музыка меня не впечатляет. По-моему, вы косите под ногу свело. Да ну что? Ну вот, объясните человеку. Мимо. Очень мимо. Так, я думаю, концерт... Да, я должен сказать, группа «Ногу свело» — это наши фанатики. В свое время, когда мы играли в Москве, в клубе «Не бей копытом», тоже такое характерное для Москвы название, Максим Покровский, насколько я понимаю, у него была еще тогда такая же прическа, как у Руслана, подошел к нашему контрабасисту Паше Галкину, выразил ему свою признательность за концерт. Он, по всей видимости, не видел, там, вот, как можно работать с лэпом, с контрабасом. Вот, и сказал, что, ребята, учтите, группа «Ногу свело» — ваши фанатики. Так что, имей в виду приславший это сообщение. Я думаю, Максим Покровский не станет отпираться от этих слов. Понял. Вот так. Так, так быстро торопят, потому что время подходит, а еще нам играть и играть. Концерт по заявкам. Спасибо «Живому звуку», Невский 130. Быстрее. Где? Так, не то. Привет, Алекс, за давностью лет не могу помнить, но, по-моему, это 91-й год, клуб «Там-там». Володя, это «Там-там» нет был? Нет, это был не «Там-там». Вот так вот, Володя, совсем амнезия. Так, а вот было хорошее сообщение, я быстро прочитаю, и потом мы начнем слушать музыку. Это я читал, это тоже... А вот, Алекс, если ты хочешь, чтобы я пришел на выпускной трезвый, не дари мне диск. Любят те, но это по поводу Bloodhound Gang, кто... Так,
Ну, кто правильно читает название этой группы через А, потому что, ну да, как бы Яша, Bloodhound Gang, ну, да. Правильно читается. И знаешь что, Яша? Я не хочу, чтобы ты пришел трезвый на выпускной. Кому это надо? Ну, разве что преподавателям. Ну, как бы тебе-то на выпускном есть дело для преподавателей, что ли? Будь мужчиной, в конце концов. Я не к тому, что призываю, надо пить. Можно и не пить. Можно просто прийти нетрезвым, в знак протеста. Я думаю, что, ну, как бы за такие-то вещи надо диски дарить. Да, без сомнения. Яша, твое. Саша оживился. А по поводу книжек и тогда песню сразу. Вы как раз должны были подумать, кто ваши любимые писатели. Ну, тогда сразу песню. Нет? Прекрасный выход из положения. Пока будем играть, подумаем. Итак, песня под названием «Предательский выстрел». Ага, ну поехали. Friend, 60 years ago, it's a sorrowful story, but I can share it. One day at the party there I met the woman of my dreams. She was attractive, she was so sweet. Yes, she was my fate, so I couldn't wait. I knew that she would be mine. Very wealthy parents, I was quite poor. So I decided to rob a bank. One of my friends bought a gun and some dynamite. So there were only two people in my gang. Yes, it was my fate, so I couldn't wait. I knew she wouldn't be mine. So I couldn't wait. I knew that she would be. So I couldn't wait.
yes, you would be mine. Это была песня «Предательский выстрел» о сложной судьбе некоего парня. Ну, такая в духе 30-х годов композиция. О сложной судьбе некоего парня, который полюбил девушку. У нее были богатые родители. Он решил ограбить банк и сравняться в социальном уровне. Вот. Но был убит своим коварным подельщиком. Подельщиком? Да. Ну, сурово. Как бы вот песни у вас жизненные вот. Все-таки. Вот как бы да? Многие телезрители, наверное, в этой песне узнали себя. Это точно. А вот необычное сообщение. Алекс, это Петя и телефон. 295, там 24, трейлер. Ну, дорогой Петя, после таких сообщений меня будут подозревать в нетрадиционной сексуальной ориентации. Что значит? Алекс, это Петя и телефон. Ну и что теперь? Ладно, Петя, разберемся как-нибудь. Что-то я хотел сказать по поводу того, что какие-то... я слышал, что сегодня солнечные магнитные бури какие-то, или магнитные бури на солнце. Да, когда я ехал в машине, я слышал, летит что-то солнце. Летит магнит. Да, и теперь все магниты, которые есть на Земле, они так туда-сюда... Ну все, до свидан. Да, с головой совсем уже. Видимо, буря. Да, советовали обезболивающие принимать даже тем, кто абсолютно здоров. Влияет на все, что связано с электроникой. Вот это сказал супер пупер человек, который крутит фейдеры. Потому что звук у нас живой, требует немалых, нечеловеческих, я бы даже сказал, пальцевых движений, чтобы все было, баланс выставлять. Это спасибо вот этому супер человеку Аркадию, а также какой-нибудь, да. Это мы озвучили. А, что это такое? Special thanks твой. Кирилл, посмотри в камеру. Тебя смотрит весь Плющ и болеет за тебя. Лунный привет от Григория. Желаем успехов. Ребята, я очень рад вас видеть. В этой дырочке вы немного видны. Ну, Гришу вижу, вот Сергей там где-то. Ну, у тебя друзья-то расточком небольшие. Хотя ну, у нас ничего, и камера ничего. Большая, ну, но ладно, туда. Привет, боюсь, что анабиоз не смогу сыграть. Нужно менять контрабас на бас. Да, а вот сейчас я сообщение по поводу «Подари мне футболку, а то мне нечего носить». Мамонт. Мамонт, вот если тебе, в принципе, футболку только чтобы носить, а не из любви там к чему-то. Вот такая футболка просто есть. Ну, кстати, нормальная футболка. 100% коттон с 2 Т. Помимо 100%, еще 2 Т в коттоне. Вот, представляете, хлопок 100%, и там еще 2 Т. Вот это. Вот это сила. Это Сьюзан Вега, между прочим, я толком не знаю, но, судя по всему, что-то гениальное, потому что в мюзик-холле 13 июня в 20 часов. Это как бы в качестве анонса к футболке. У нее там на бирочке написано все это. Так, Кирилл, привет тебе от Светы, рада, что вышел ваш диск, молодцы. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, да, поэтому давайте не расслабляться, а по максимуму уже доиграем, а потом... Для всех, кто смотрит нас из «Короля Плюща», из «Озерков», песня «Old Friends». Заключительная в таком случае, потому что уже... Don't know where I'll go today. I'm tired and I'm what to say. I won't leave but... Это мы просто для того, чтобы показать, что мы на самом деле играем не под фанеру. Мы сделали эту небольшую маленькую заминочку. You want to know where I'll go with my friends today? I'm tired and hungry, I'll not say. Don't take offense and don't touch me. I'll not leave you, but now I'm free. I want to be that and tired. Ooh, but I can't be common found. Ooh, my old slash the gym. Ooh, you ask me what I just mean. Oh, yeah. There is a going man, we're going out today. Nobody's in my way. I met my friend, there is a going man, we're going out today.
nobody's in my way. That was a long time ago. Hey friend, be cool and let go. The holidays are waiting for you. Who else but you knows it is true. I wasn't beat at the time. Ooh, but I gave it all I found. Ooh, my old flesh and tears. Ooh, you asked me what does it mean. Oh yeah, 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 yeah. So I met my friend, there is a going. We're going out today, nobody's in my way. I met my friend, there is a going man. We're going out today, nobody's in my way. Вот так вот. Ну, кто-нибудь будет меня показывать сегодня или нет? Вот так вот, дорогие друзья. Теперь вы знаете, как выглядит и звучит настоящая музыка. Хорошая. Звучит благодаря живому звуку магазину Невский 130, а выглядит благодаря телеканалу NBN и группе, собственно говоря. Вот. Scary Boom. А, ну что же, время. Вот, ну, время уже не осталось. Более того, мы уже в минусе находимся. Под конец, наверное, привет, группа Scary Boom, особенный привет Саше Логинову, Оля. Кирилл, привет тебе от Светы, рада, что вышел ваш диск, молодцы. И там что-то еще тоже, Супер Ли Купер. А еще я хочу сказать Гоше, которого получил сообщение. Гоша, скинь еще раз телефон, я поменял аппарат, и у меня номер изменился, поэтому... А твой номер там был там записан. Все. А это был телеканал NBN, час 20. В прямом эфире Unplugged был я, Алекс, а также группа Scary Boom, что-нибудь такое пафосное. Пока.